Здравствуйте, дорогие мои, меня зовут Максим Половинко. 6-7 числа я хочу провести вебинар на тему лимфодренажный массаж и что такое лимфа и как это работает. Лимфатическая система – это система очищения нашего организма. В основном через нее чистятся все сосуды. Через потовые железы у нас выходит 184 соединения, те, которые не нужны организму. Через мочу у нас выходит всего 82 соединения. Поэтому потовые железы очень важны для нас. Сейчас многие допускают огромные ошибки, делают себе ботокс, подкалывают подмышечную впадину для того, чтобы не потело подмышками. Во-первых, пот – это терморегуляция нашего тела. Во-вторых, пот – это, еще раз говорю, очищающая система. Если люди начинают закрывать себе лимфатические зоны, то, соответственно, эти токсины начинают отпускаться куда? У женщин ближе всего это грудь. Поэтому очень много заболеваний связано с молочными железами. Также во время родов очень часто идет смещение ключицы. Ключица у нас смещается и блокируется. А тут у нас находится основное древо. Это парная и непарная вены и также головной ствол, который переходит в сонную артерию и идет под ключичную артерию. Когда зажимает ключица, то ухудшается работа избавление лимфы. А лимфа опоясывает каждый позвоночник. И вот здесь у нас образуется цистерна чили. У очень многих из-за этого происходит зажим в печени и такие заболевания, как варикоз и геморрой. Когда кровь густеет, селезеночка не справляется, тогда начинаются тромбы, варикозное расширение и ухудшается работа нижнего уровня, таз. У нас зажимает тазовое дно, и здесь, где запирательное отверстие, где малая грушевидная мышца, блокируется работа кровеносных сосудов. Также блокируется работа кровеносных сосудов стопа. У очень многих начинаются пальцы искривляться. Вот здесь связка начинает тягать туда. На фоне этого у людей происходит отечность. При помощи своей методики я разработал, которую мы высвобождаем каждый уровень. То есть мы работаем на три основных диафрагмы. Это подъязычная, грудинная, брюшинная и тазовая диафрагма. Тем самым идет высвобождение главных сосудов. Здесь у нас идет аорта и полая вена. Здесь у нас бедренные артерии. А здесь у нас сосудов. Здесь у нас идет аорта и полая вена. Здесь у нас бедренные артерии. А здесь у нас яремная вена и сонная артерия. На своем семинаре, точнее вебинаре, я буду рассказывать и показывать, как с этим бороться, и дополнительные материалы, то есть у меня есть разработки, которые мы сделали, которые помогают улучшать лимфоток. Спасибо за внимание, жду вас на своих вебинарах.